Thank you, you're tired already. Please to meet you. Washington, you have something in the comments. Colonel Schulz from my office in Brussels. General Schulz. Sir? General Vandenbroek, the desk officer of Russia. Michael Vandenbroek, who is working with the Russian. Yeah, of course. You didn't say anything, that is not allowed. No, I'm saying everything. You should start. Основные направления значительно превысили мероприятия по таких направлениях, как борьба с... И отрабатывались вопросы спасения экипажа аварийной. Принимали участие военно-воздушные силы России и ряда государств. В году на саммите глав государств НАТО в Лиссабоне с участием нашего президента. И, соответственно... I see my visit here in Moscow in the context of other high-ranking visits between NATO officials and authorities from the Russian Federation. Even in this difficult and very complex area. Yes, of cooperation where we can intensify. Нет сближения общих точек зрения в вопросах создания и размещения Европро. Здесь принципиальный вопрос, и позиция России четко озвучена президентом. Отсутствие влияния элементов Европро на средства, наши ядерные средства, размещенные в европейской части Российской Федерации. 23 ноября президент озвучил ответные меры по этим вопросам, и вчера была открыта радиационная станция на территории Калининградской области. В то же время, как сказал президент, наши двери для диалога открыты. Чем мы сегодня и занимались, в том числе эти вопросы мы также обсуждали.